буквально полтора часа у нас дома не было. Стены, чтобы вы понимали, вылило все сухо. Это все мокро. Все. Я поздно стала снимать. Чтобы понимали, это первый этаж. А это шестой этаж Кабайхана 12. Это все бежит. КСК не хочет восстанавливать крышу. Ну, вовсю льется ручьем, что здесь, что в туалете. Я уже заколебался тазик менять. Пол весь мокрый. Все, он этот в порог бежит туда, вот туда. Вот. Каждые полчаса тут надо сразу же выкидывать воду. А это было... Здесь лежит кошка у нас. Она лежала. Я-то думаю, что она ночью убежала. Лежала около шкафа здесь. Здесь и палас, все мокро. Вот палас прям мокрый. Не видно, наверное, будет. Ну, по звуку, может. Ну, он, короче, мокрый прям. Это пятый этаж.